13 та 14 жовтня. Дизель-шоу з новою програмою «Very Special October Party». Палац Україна. 19.00. Квитки на сайті Concert.ua. У концерті використовується фонограма. Женечка, ну що, може бути, приступимо, а? Віка, ти нормальна? Як ти собі це представляєш? Ну, как обычно, но не так, как обычно. Ну, у меня не получится, чисто физиологически. Ну, давай просто начнем, а там, может, и получится. А я не могу начать. Мне нечем начинать. Тогда представь, что здесь никого нет. Как я могу представить, что здесь никого нет, если я знаю, что она здесь? Да! Мама тут! Ну, давайте начинайте, а то 10 минут ба-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 ба. Це що у вас так всегда? Нет, мамочка, обычно у нас не так. А я думаю, що так. 5 років я жду внуків, 5 років, а він, я не могу, мне нечем. Може, тебе там действительно нечем? Что вы делаете? Я просто знаю, что у меня с вами не получится. Ты что сказался? У меня с тобой не должно получиться. У тебя должно получиться с Викою. Я имел в виду при вас. Я вас прошу, выйдите, ага. А, нет. Чтобы вы взяли контрацептивы. Я должна проконтролировать весь цикл производства. Показывай, что ты там не можешь запустить. Показывай. Мама! Не бойся, не будем мы пользоваться этими контрацептивами. Не верю. Послушай, ну кто это делает при родителях? Лучше уже при родителях сделать, чем где-нибудь по подворотням. Эта фраза не отсюда. Эту фразу ты говорила, когда первый раз Жене шампанское наливала. Правильно. Налила, и он на тебе женился. Потому что он такой разумный, когда пьяный. Эх, сейчас бы налила, да нельзя. На внуках может отразиться. Конечно, мне иногда кажется, что твоего Женю тоже на пьяную голову делали. Что? Ой-ой-ой, не заводись. Хотя не, заводись, заводись, только в другую сторону, в другую сторону. Я так не заведусь. Заведись, и я тебе поможу. Что? Интересно, с чего вы взяли, что вы мне сможете помочь в этом деле? То Максу же я помогла. Максу? Макс – это наша собака. Ну и что? Он тоже скулил, забивался под диван, боялся запрыгнуть. А глянь, какие щеночки получились. Ага. А у меня не получится. Да, Женя, с таким настроением – да. Тут нужна страсть, огонь в глазах. Посмотри мне в глаза. Да, Вика, его надо менять. У него в глазах тоска, страх и ячмень. О, а вы же не спите? Мать, а ну подойди. Ну что, мать, трамвай в депо? Та машиніше спить. Я тебе позову, ну не волнуйся, йди. Мама, ти що, і папу позвала? Конечно, папа тоже хочет внуков, ну. Потому что своим этим дрищом ни на рыбалку, ни в гараж. Зачем вы вдвоем приехали? А потому что, чтобы все проконтролировать. Мои-то результаты налицо. Яка красавица. А ты даже резюме свое не можешь показать. Нормально у меня резюме. Угу. Только без опыта работы. На пособии висит. Мама, ну при чем здесь висит? Просто он при тебе не может. А звідки я знаю, чи він при мне не может, чи он вообще не может? От твого батька ничего не могло остановить. Не полный плацкарт людей, не то, что мы были незнакомы, и не то, что я спала, как убита. Так, а я той зайшов взять, как его... О, торшер! Мать, ну что, птичка в клетке?
Та ні разу ще не цвірінькнула. Іди, я тобі говорила, я тебе позову. Все, іди, ну не мішай. Мамулечка, пойми, ми теж хочемо дітей, ну поки не виходить. Звісно, звісно. Так опитний советчик уже приїхав, он здесь. Боже, ну це неправильно. Може, ти розкажеш, як правильно? Ну, во-первых, должна бути какая-то музыка, романтическая обстановка. Ну, и в спальне не должно быть посторонних людей. Ёперный театр мускомедии. Це з яких це пор тобі тёща, посторонний человек? Женя, не зли мене, потому что мені отчество внука не принципіально. Ой, слухайте, мені баби на роботі розказували, що це діло дуже хорошо виходить з аромасвічами. Так от я заскочила в хазяйственний. Ось свічі, а ось аромат. Зараз як підпалимо, як пшикнемо, оце буде романтика. Таке впечатління, що сидиш в лісу під йолкою. І медведь тобі на ухо рычить. А між прочим, цей медведь, як ти ізволів виразитися, думає за тебе денно і ночно. От, натуральних продуктів тобі привезла, тільки їж, зятьок, оріх, зелень, укропчик, петрушка, сметанка, все домашнє, їж, розмножайся. Мене від цього вже тошнить. А треба, щоб її тошнило. От я не розумію, що ви за люди. Ви що не могли спочатку забеременіти, а потім свадьбу грати? А? Як Янка, твоя подружка? Мама, Янка просто залетіла в 11 класі і родила. Зато дитина вже школу закінчує. І Янка стане бабушкою раніше, ніж я. А я той хотів торшер поставити. Постав. Мать, ну що? Ну м'яч уже у воротах. Та ніхто ще нікого не надув. Я не розумію, ви що, реально хочете при цьому присутствувати? Та, хочу присутствувати, я повинна проконтролювати. А мене смущає одне маленьке обстоятельство. Ви. За комплімент, звісно, спасибо. Но ти можеш закрити глаза. А я буду слышать вас. Угу. А ты наушники надень. А я буду знать, что вы здесь. О, Жень, за первые 2 минуты. А потом тебе будет фиолетово. Е, я тут, нема мене тут. Все, короче, извините, я спать, мне завтра рано вставать. Слухай ты, если зараз твой колосок не поднимется, то завтра ты у меня не поднимешься. Я не понимаю, вы что, хотите смотреть, как поднимается мой колосок? Скажу тебе честно, эстетического удовольствия никакого. Ну так зачем вам это надо? А чтоб помочь, проконтролировать, дожать, зробить работу над ошибками, подивиться, в якому місці сифонить. Де у нас в системі збой? А я знаю, де у нас в системі збой. Що ти там прячеш в цьому одіялі? Що після холодного моря рапанчик сховався у раковину? Ану, показуй, бистро, та давай сюди. Ти що, больной? Чого ти спиш у штанах? Це не штани, це піжама. Люди, сходьтеся. Віка, вставай. На твоєму місці повинен лежати плюшевий мішка. Рано ще твоєму мужу з дівчатками спати. Мам, чого ти пристала к Женьке? А чого ти його захищаєш, я не зрозумів. Що ти його захищаєш? А ти в чому спиш? Я теж в піжамці, ма. Все, заразив. Тебе взагалі не стидно? Мені стидно? Мені стидно, коли кожен вечір мене сусідки біля двору питають. А коли це ваша Віка забеременіє? Що я повинна їм сказати? Щоб наша маленька спить в піжамі з цим своїм плюшевим косолапим. Мама!
Не мамкай, не мамкай. Цілуйтеся з язиком, як люди нормальні. Клянусь Богом, запущу процес і злиняю вообще. А може ви сразу злиняєте? Наприклад, на кухню. Ви ж так любите кушати по ночам. А ти наблюдательний смертник. Я підготовилась. Я знала, куди я йду. Дуже вкусний бутерброд не дать тобі, ні? Не хочеш? Слушай, Женька, давай просто потянем время, а в 3 часа ночи она сама вырубится. Галіма ідея. Дело в том, что як я вырублюсь, то мене папа обещав заменить. Во что, вся сім'я извращенцы? Ой, ой, хто би говорив? Ми в піжамах не спимо. Так, а я той шукав, як його... От де пилочку для ногтей десь тут була, загубив. Занесу потім тобі. Мать, ну що, ну в конце концов, собака в будці. Та ні разу ще не вильнула хвостом. Надежда Івановна. О, тільки галка. Ну все понятно. Бобік здох. Подивіться, розстроїли папу. Зараз розстроїться, піде в запой, не вернем. Давайте, начинайте. Богом прошу, начинайте. Женька, слушай, ну давай хоть как-то, она не отцепится. Вика, ну что значит хоть как-то? Это индивидуальный творческий процесс. Слухай, ты Айвазовский. Як ти зараз не нарисуєш їй 2 полоски, я тобі той карандашик зламаю. Тако, і все. Подожди, у мене є один дійсний спосіб, перевірений, точний, зараз у вас все вийде. А? Ретро! Йолки-палки. О! Що, мать? Того? Та я дітям включила, що ти приперся, дурний. Ну як то чого? Я почув нашу пісню та й прийшов. Не сказися зовсім. Нам же ж треба внука, а не Віки братіка, ти. Ну слухай, ну тобі ще тут довго вже. Ну щас, подожди, запущу процес і прийду. О, дивися, чекаю. Прийду. Ну, іди. Хорошо. Я понял, що ви від нас не відстанете. Угу. Я соглашусь только при 2 условиях. Во-первых, вы оденете наушники, чтобы нас не слышать. Ага. Второе условие, вы спрячетесь, чтобы нас не видеть. Заметано. Ну что, Женька, приступим? Ну давай попробуем. Стонилай, стонилай. Стонилай, стонилай. Я не могу так, все. Слушай, а может быть она права? Может действительно мы не подходим друг другу? Вика, ну что ты говоришь такое? Ну а почему тогда у нас с детками не получается? Да я не знаю. Вика? Вика! Что? Вика, давай! Что? Давай, попробуем! Давай! Прошло 9 секунд. Женька! У тебя новый рекорд! Как у тебя получилось? Да я сам не знаю. Она как уснула, у меня как все поехало, как все покатилось. А я и не спала. Я подумала так, что если мой храп завел такого непробиваемого, как твой папаша, то этого дрища по-любому заведет моя ляля. Папуля, через 9 месяцев у нас с тобой будет внук. А? Да ти що? Що, серйозно? А? Так і пристроїв пацана свого. Молодець, криворукий. Ха-ха-ха!
Добрый день. Позвольте вам помочь. Спасибо. Я вообще-то думал, вы туда цветок поставите. Какой цветок? О! Не, это не вам. Это моей девушке. Прошу, присаживайтесь. А сколько время сейчас, а? Сейчас 3:45 дня. Ух ты! Я в отпуске так рано еще ни разу не вставал. Как вам наше море? Да тут еще и море есть, оказывается. Нифига себе. Что будете заказывать? А давайте, как всегда. Как это, как всегда? 300 водки и оливочки. Это вы! Это вы! Пожалуйста, не надо меня бить! И в туалет макать не надо! И штаны снимать тоже! Послушайте, я не собираюсь вас бить! Вы что, меня не узнали, что ли? Нет, вы какой-то трезвый, причесанный, одетый и не на четвереньках зашли. Понимаете, у меня просто свидание в вашем кафе сегодня. Я со своей девушкой встретиться собираюсь, поэтому я сегодня такой трезвенький. Сейчас принесу ваш заказ. Слушайте, подождите. А давайте сегодня без этого. Без оливочки? Без водки. Пусть она меня трезвым запомнит. Да, вот. Конечно, таким. Сейчас передам. А я ей такое говорю. Ага. Слушайте, женщина, ну скажите вашей дочке, чтобы она вела себя культурно. Не дает мне пиво попить, бросает мне медузу в трусы, понимаешь? А она что? Она мне что? Говорит, слушай, рот закрой, иди купайся, я твоя теща. Понимаешь? О, Серега. Серый. Серенький, а ты что, умирать собрался? Че это умирать? А что ты весь в чистом? Понимаете, тут такое дело. Ё-моё! Духами несет. Все. Опять духи пить начал. Да не пил я никакие духи. И водку не пил. И бить не буду сегодня весь день. Чего? А ну, скажи это на камеру. Давай. Что ты не будешь? Влюбился я, парни. Влюбился? Да. Встретил девушку моей мечты. Прямо из всех эротических фантазий. Хо, я думал, твои эротические фантазии все на ликероводочном отделе заканчиваются. Так может, он с продавщицей и того? Да не продавщица она. Она ангел, с которым я хотел бы провести весь остаток своей жизни где-нибудь на необитаемом острове. Как эта твоя новая любовь выглядит? Да я не помню. Помню, хрупкая такая, нежная. Как цветок. Блин, Серый, ты с бабой был или в клумбе валялся? Что ты с бабой был? Я этот цветок 5 дней опылял каждый день. Нет, ты не обижайся, Серый. Ты просто, ну, нормально объясни там. Сиси во, попа во, губы во. Там только сиси, губы, попа. А я-то влюбился в карие глаза. Я-то в улыбку влюбился. Я в ямочку на подбородке. Трындец. Походу, реально влюбился. Он такие комплименты не говорил даже в магазине, когда водку в долг хотел взять. Слышь, Серый, да. Такая-то была? Чё? Ну, аплодисменты. Аплодисменты. Овации были. О. Мы такое вытворяли с ней вообще. О. И где? Ой, да где угодно. Первый раз вообще было на чертовом колесе. Ага. Мы на нем застряли как раз. Жаль, не вовремя спасатели появились. Где появились? В аквапарке. Там мы тоже с ней. А, в раздевалке? Не, прям в трубе. Скорострел. Там же 10 секунд спускаться. Там мы и там застряли. Такое началось. Вот сегодня с ней прощальное свидание. Хочу, чтобы она меня трезвым запомнила. Детишкам рассказала, что был такой вот парень. У меня сегодня, наверное, с ней прощальный секс будет. Серый, мы, конечно, понимаем, любовь, высокие чувства. Ты только как попрощаешься, барышня, не выбрасывай. Нам с Саней тут еще 5 дней отдыхать. А мы еще ни разу на колесе чертовом не катались. А, кстати, Серый, закурить есть? Да откуда закурить-то? У меня 5 дней сплошные перекуры.
Так что извините, мужики. Ну ладно, мы за сигаретами сходим, а да. Ты пивка возьми нам, хорошо? Ага. Вообще не вопрос. Только вы не торопитесь и придете вон подальше отсядьте, а то романтику мне всю сломаете. Привет. Здрасте. Извините. Можно я заберу это моей девушке? У меня просто с ней свидание здесь, понимаете? Да. А на первом свидании ты был более галантен, Сереженька. Откуда вы мое имя знаете? А, наугад сказали? Что не рожа, то Сережа? Понятно. Почему же? Писаренко Сергей Николаевич, 1968 года рождения. Паспорт мой нашли, да? А я его в третий день ищу, знаете, всю помойку облазил возле дома уже. Спасибо, вы уж мне верните его, пожалуйста. Да. Родился в семье инженера и учительницы. Ну нет. Да. Ну нет. Да. Ну нет. Да. Нет. А вот так. Да! О, да! О, Марина, не останавливайся, детка, я прошу. Так, стоп! Все-таки ты меня ждал. Нет, этого не может быть. Если бы я ждал вас, я бы сразу заказал... 300 граммов водки и оливочку. Ну, пожалуйста. Ну, пожалуйста, ну нет. Ну, нет. Оп, нет. Она же была, вот у нее же, она же вот такая вот стройная талия. У нее же, она же пупка. А если мы с тобой не знакомы, то откуда я знаю, что у тебя на правой ягодице якорь? А на левой татуировка с именем Марина. Так, официант, 300 водки! И оливочку. Этого не может быть. Может быть. Это же... Ё-моё, ну глянь, Серый реально влюбился. Он уже с мамкой знакомится. Мамаша, а вам второй зятёк не нужен, а? Какая тебе мамаша? Это мой единственный. Единственный? Я не понимаю, так вы с ней это самое? Или жрали 5 дней? Здесь какая-то ошибка. А как же мы тогда занимались сексом на колесе обозрения? А как ты думаешь, оно остановилось? А, ну и понятно, как они в трубе застряли. Подождите, а как же я вас тогда на руках носил? А вот тут ты ошибаешься. На руках тебя носила я. Ты все 5 дней не просыхал. Интересно. 5 дней он опылял. Бутон-то не маленький. Подождите, подождите. Послушайте, ну мы с моей же, мы же закрывались с ней в номере, понимаете? Кровать слома. Хотя тут все совпадает, блин. Ну разве ты забыл, как ты ел с меня клубнику со сливками? Да это неправда. Я бы столько не съел, парни. Так я помогала. А, тогда опять совпадает. Послушайте, ну а как, мы закрылись в номере, вы помните, мы закрылись в номере, только пили, ели, занимались любовью. Все правильно, я ела, ты пил. А кто любовью занимался? Только бы не я. Только бы не я. Это был ты. Так, подождите. Стоп. А может, была какая-нибудь подруга, а? Была.
Я ж говорил, я вас, баб, знаю. И вот с ней я все это, да? Ну, если ты хочешь, ты можешь спросить и у нее. Давайте. Яночка. 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 Янулечка. Яночка. Здравствуй, Сереженька. Да. Официант, еще 300 водки. И оливочку. Мне вот интересно, кто из этих двух страшненькая подруга? А мы исключение из правил. Мы обе красивые. Сереженька, а как же последняя ночь любви? Втроем. Официант, 3 по 300 водки и оливочку. Стоп. Подождите. Так, никакой водки, официант. С сегодняшнего дня я пить завязываю. Как говорится, ни капли в рот, ничего этого мне не надо. Я больше не пью. Прощайте, алкоголь. Серый завязал. А мальчики, а может быть, вы? О чем мы сразу? Мы же не по женщинам вообще. Мы же это. Мы. Пойдем, дорогая, в другой ресторан. А что это я, дорогая? А кто, я дорогая? Ты что? Дорогая. Нет, это ты дорогая. Ты что? Нет, пойдем. Слабаки. Ну что, кажется, сработало. Сработало. Зови клиентку. Виктория, можно вас? Ой, девочки, девочки. Добрый день. Спасибо вам огромное за моего Сереженьку. Как я могу вас отблагодарить? Ну что вы, у нас прейскурант, все как там написано. Так, сдачи не надо. Благодарим. И что, он не будет пить? Виктория, у нас 100% гарантия. Спасибо, девчонки, хорошего настроения и отдыха. Всего доброго. Ну что ж, коллега, продолжаем дальше. Что пансионат «Буревестник», постоянный клиент Игорь Иванович, 2 недели запоя. Поможем? Поможем. Все-таки есть на свете женщины, ради которых мужчины бросают пить. Слушай, Маришка, может, еще шампусика закажем, а? Давай подождем Янку, а то рискуем не дождаться. Мы и так уже целый час ее ждем. Ты учитывай то, что мы с тобой на час опоздали. Вот. А мой Сашка постоянно ждет меня в коридоре и орет: «Вика! Вика! Сколько можно платье выбирать?» А я до платьев еще не добралась. Я только колготки меряю. У меня с этим проще. Какое платье Олегу удастся на мне застегнуть, в том и иду. Девочки! Янка! Ничего себе, привет! Ма, как ты похудела! Я родила! Я имею в виду, родила и совсем не изменилась. Худенькая. Спасибо большое. Викочка, ты тоже такая худенькая, такая худенькая. Маришка, привет. А ты такая... такая... Стабильная. Да. Извините, что опоздала. Ладно, садись. Наверное, Егору объясняла, с какой стороны одевать подгузник на ребенка, да? Между прочим, нет. Егорушка, я очень-очень умный, да. Он даже 3 книги по воспитанию детей прочел. Как ты его заставила? Все 3 книги в туалете положила. Но он там реально часами сидит. Ну, по-любому, одну из них прочел.
А мой Сашка и без всяких книг молодец. Да, в последнее время и по дому, и с ребенком. Вообще, как подменили человека. Слушай, а мы же реально подменили? Ну что, я такое по телеку видела? Да, родила и совсем не изменилась. А мой муженек отпускать меня не хотел. Чего? У тебя же уже взрослый сын. Да не в этом дело. Мама приехала, а он с тещей один на один боится оставаться. Ой, девочки, а мне Егорышка, он такой молодец, он сам ребеночка укладывает спать. Ой, извините. Да, Егор все-таки молодец. Ты веришь в то, что он изменился после рождения ребенка? Не знаю, но кто бы мог подумать. Я в это не верю уже давно, что они меняются. Ой. А мне кажется... Девочки, Егорушка пожелала вам хорошо провести время. Ну что, может быть, выпьем? Давай. Ой, хотела вам сказать, мой Сашка настолько классный, что вот сам ребенка в садик отводит и сам забирает. Да? Ой, сейчас. Слушай, ну Сашка, конечно, вообще молодец. Вот надеюсь, Егор будет таким же отцом. Мой Олег не был таким и не будет никогда. Да? Ты знаешь, а у нас с ним прямо вот с Егорушкой все-все наладилось. Ты знаешь, это, поверь моему горькому опыту, временное явление. Да, временное явление. Девочки, давайте-ка выпьем. А мой-то, мой! Шось у Лиси сдохло, решил сделать генеральную уборку. Извините. А вот Олег у Маришки вообще молодец. Вот сколько лет вместе, душа в душу. Да. То она ему в душу, то он ей в душу, да? Ну да. Ну как ни крути. Ну! Все, дорогие мои, давно вас не видела. Ну, давайте, давайте, да. Давайте. Ой, девочки, я же вам не хвасталась. Короче, мой Егорышка присутствовал у меня на родах, да. А мой Сашка, когда меня скорая повезла в больницу, значит, понял, что меня 3 дня не будет дома и свалил на рыбалку. Козел. А я, девчонки, между нами не уверена, присутствовал ли мой при зачатии. Ой, извините. А мой с малым вечно играется в прятки. Недавно так спрятался, что 2 недели не могли найти. А мой, представляешь, с мамой в прятки играет. Ну да, смешно. У моего-то уже зубки начали резаться, да. Так теперь по ночам не спит. А у моего молочные стали выпадать. Так он, когда понял, что зубная фея дает ему за каждый молочный зубик $3, сам себе 5 повырывал. Вот прям бизнесмен. Это Сашка ему подсказал, а не в доле. Мама Олегу зубы выбила. Теперь целую челюсть менять придется. А я ж-то своей мозаике купила спрей без спирта. Без спирта это хорошо. Надоели эти алкаши уже. Ой, радуйся, радуйся, что без спирта. Девочки, давайте-ка выпьем за детей. Да. Дети — цветы жизни. Да, да, да. Иногда это единственные цветы, которые подарит тебе муж после свадьбы. Точно. Ой, девочки, а знаете что? А мой-то начал уже ползать, да? Теперь все с нижней полочки приходится перекладывать на верхнюю. Это ты радуйся, пока он ползает. Вот когда он начнет ходить, тогда будешь вообще на верхнюю полочку сама запрыгивать. А мой Олежа по пятницам ходить вообще перестает. Только ползает. Знаете, а мой Егор по дому вот прям все-все с малышом делает, да. Ой, извините. Да, это хорошо, когда муж по дому все прям делает. А по мне главное, чтобы не мешал. Ну да. Ну что, на второго пойдете, а? Да ну, Маринка, ты что, мы с первым еле справляемся. Хотя Сашка очень хочет. А я своего Олега уже уговаривала, била, ничего не помогает. Надо любовью. Ой, какая любовь, боже, поживешь с моё, поймешь. Какая любовь, такая да любовь. Я уже в фильме пожила. Было, помнишь? Ну да, ну да. Ой, а мои-то гулять пошли. Ну что, давайте выпьем. Ой, извините.
А, алло? Что, плачет? Ну, кушать хочет. Дай ему грудь. Да не свою. На полочке искусственная грудь лежит. Чего ты радуешься, ты ребенку? Все, давай. Ой, а мой тоже любил играться искусственной грудью, а потом, когда вырос, машинками и железной дорогой. Сын? Муж. А мой Олег, когда Женька был маленький, любил его бутылочками играться. Сынок вырос, а у Олега привычка осталась. Теперь эти бутылочки хрен заберешь. Ой, извините, девочки. Да. Плачет. Ну, плачет, потому что ты не даешь ему в приставку поиграться. Ну, дай ему трубочку. Саша, дай ребенку поиграться в приставку. Это и тебе покупали. Все, не реви. Скоро буду. Вот, давайте выпьем, что ли. Ну, да? Давайте. Да, мам. Молоток на балконе. Только не сильно бей, чтоб соседи полицию не вызвали. Ого, ну у вас и методы. Да не, мама отбивные собралась сделать. А, наверное. Ну да, ну да. Да ладно. Мама, а ты точно отбивные будешь делать? Олега не тронешь? А, ну хорошо. Ой, извините. Алло. Не можешь найти 57-ю серию Лунтика? Ну, включи какую-нибудь другую, ребенку все равно. А, это тебе принципиально? Егорушка, пожалуйста, разберись и сам найди. Ой, Егор такой у меня самостоятельный. Ну вот. Да, ну да. Янка, ну как так-то? Что? 56-я серия есть, 58-я есть, а 57-й нету. Егор, какая разница? Любой другой включи. Что значит, какая разница? А сюжет? Я что, не узнаю, что сделали Вупсин и Пупсин с дядюшкой Шнюком? Егор, где ребенок? Какой еще ребенок? Ой, мамочки. Говоришь, твой Егор такой самостоятельный. Саша, пришел жену проведать. Он обыграл меня в приставку и знает лучше меня таблицу умножения. У меня такое ощущение, что я не того ребенка из садика забрал. А у меня такое ощущение, что я мужа не того из ЗАГСа забрала. Беги в садик, меня ребенка. Ну что? Ну что, ну что-нибудь. Ой, девчонки, сколько бы ни было нашим детям, все равно младшие в семье мужья. Это 100% я вам гарантирую. Мамочка, привет. Сын, а что ты пришел? Папа просил вместо него тебя забрать. А то он бутылочку уже выпил и спать. А-а-а. Как малые дети. Девчонки, сколько вам еще предстоит? Господи, Янка, тебе первый зубик, первые сбитые коленки, Викусь. Первый класс, первая любовь. Ой! Слава Богу, что я через это уже все прошел. Мам, я тебе еще кое-что хотел сказать. Что? Ты скоро станешь бабушкой. Ой, Маришка, добро пожаловать в наш клуб. Как ты там говорила, первые зубки, первые сбитые коленки, да? А что? А что? А я рада, девчонки. Как ты правильно, Викусь, выразилась. Дети – цветы жизни, так? Mm-hmm. Так выпьем же за наши любимые цветники. За клумбы! За оранжереи! Здравствуйте. Здравствуйте. Вы извините, но этот столик занят. У меня здесь свидание. Что вы говорите? У меня тоже.
Вы неправильно поняли. Я жду парня. Вы знаете, я его тоже жду. Здравствуйте. Женя! Кто так ходит на свидание? Что это такое? Что это такое? А, это заелся шоколадом. Почему ты перебиваешь аппетит? Вы же сами сказали, неизвестно, будут тут кормить или нет. Простите, а я вам не мешаю? Нет, что вы, у нас же с вами свидание. У нас у всех? Да, вы же познакомились с Женечкой по интернету. Но... Да. И писали, что вам приятно с ним общаться. Писала. Но познакомились вы с ним, а приятно общались со мной. Женечка, а кто это? Это моя мама, Белла Львовна. Очень приятно. Скажите, а чего вы писали вместо Жени? Потому что у Женечки нет компьютера. Компьютер я ему подарю только на свадьбу. Ну, допустим, но зачем вы сейчас пришли на наше с ним свидание? Понимаете, Женечка очень стеснительный мальчик от природы. И первая девочка у него появилась только в 30 лет. Я даже помню, как ее зовут. Как вас зовут? Вика. Ее зовут Вика. Женя, давай как учили. Вика, вы самая хорошая женщина в мире, поэтому я... Женя, как учили. Вы самая хорошая женщина в мире после моей мамы. О. Поэтому я хотел бы вам предложить близкие отношения, включающие флирт и интимную близость. А мне бы хотела для начала просто познакомиться поближе. Сколько вам лет? 28. Еще чуть-чуть и 50. Мой вам совет, хватайтесь за этот спасательный круг. А мне бы хотелось узнать хотя бы о Жениных достоинствах. О, он весь состоит из достоинств. Он не пьет, потому что гастрит. Не курит, потому что бронхит. Не дерется, потому что трус и денег лишних не тратит, потому что убью. Женечка, а кем вы работаете? Женечка работает в семейном бизнесе. А что конкретно вы делаете? Он не расстраивает маму и получает за это хорошие деньги. А какой он романтик. За ним в школе все девчонки бегали. Ты помнишь, как из-за тебя подрались Лаура и Джессика? Мама, это же были собаки. Добрый вечер. Я приветствую вас в нашем ресторане. Что будете заказывать? Я бы хотела шампанского, салат. Ничего. Нужно будет, мы вас позовем. Oui. Вика, вы хотели шампанского? Вы знаете, у меня есть шампанское. И еще вот что. Мама! Мама, что вы меня позорите? Это ресторан. Пока я жива, ты будешь кушать то, что приготовила тебе твоя мама. А это я приготовила салат из семги. Вика, вы не ослышались? Из семги. А здесь, Женечка, твои любимые рыбные котлеты. Из-за них, кстати, собаки и подрались. А мы могли бы поговорить тет-а-тет? Конечно, конечно. Разговаривайте о чем угодно. Тет-а-тет — это один на один. Вы хотите, чтобы Женя ушел? Нет, я как раз наоборот хотела Женю узнать получше. А, узнать получше? Вы знаете, я с собой захватила наш семейный фотоальбом. Подойдите, вы узнаете его получше. О, смотрите. Здесь Женечке 3 года, и он голенький. Ого! Мама, зачем вы это приклеили?
Ша! Мама всю жизнь продавала просроченную рыбу и тебя продаст. А вот это ему 13 лет, он сразу же после обрезания. Не думала, что обрезают так много. Да, это Равин переборщил, переволновался. А вот это 25 лет, и он опять голенький. Мама, а что вы тут ничего не приклеили? А вот эту фотографию я уже видела на сайте знакомств. Что? Мама, вы что выставляете этот срам в интернет? Знаете что, мама, мне это все надоело. А? Какой характер, а, альфа-самец? Мама, я не шучу. Ша, показал характер и сядь. Вы, деточка, встаньте, я на вас хочу полюбоваться. Повернитесь. Улыбнитесь. Ну, хоть зубки ровненькие. Вика, скажите, у вас есть какие-то вредные привычки, может быть? Нет. А вот у меня такой вопрос. Когда вы в душе горячую воду открываете, вы сразу становитесь или ждете, пока холодная стечет? Жду, пока холодная стечет. О, говорите, не имеете вредных привычек. Скажите, пожалуйста, чисто гипотетически, если у нас с Женей будет первая брачная ночь, вы тоже ляжете между нами и будете все контролировать? Зачем вы такое говорите? Я Женечке написала подробную инструкцию. Представляю. Там и для вас есть несколько дельных советов. Вы серьезно думаете, что я должна с вами обсуждать свою интимную жизнь? А почему нет? Извините, пожалуйста, что вмешиваюсь в ваш разговор. Но, Вика, почему бы вам не прислушаться к советам моей мамы? У нее, в отличие от нас, таки есть сексуальный опыт. И вот вам результат. Судя по результату, этот опыт был единственный раз в жизни. Что? Вика, не спорьте. Если моя мама решила сделать нас счастливыми, нас уже ничего не спасет. Женечка, а у вас есть свое собственное мнение, а? Ну что вы? Есть, конечно. А можно Женя хоть что-то сам ответит? Да-да-да, я молчу. Женечка, я вам вообще нравлюсь? Ну, вы знаете, не так, чтобы особо да, но и не такое уже категорическое нет. Женя, я пришла на свидание с вами, а не с вашей мамой. Ой-ой-ой, что-то вы уже не нравитесь Женечке. Нет, я ему нравлюсь. Нет, не нравитесь. Нет, нравлюсь. Нет, не нравитесь. Давайте у Жени спросим. Давайте. Не надо, пожалуйста. Ой, господи, звонок. Ой, извините, это по работе. Алло, да. Такое. Маленькое, рыженькое. Женечка, а давайте куда-нибудь убежим? Давайте, а куда? Плоская, как камбала. Я не знаю, куда-нибудь подальше от вашей мамы, на набережную. Ну, из плюсов, что из плюсов? Кушает, наверное, мало. На набережную я не могу. Там сейчас прохладно, а я без почтанников. Меня мама заругает. Хорошо, хорошо, я сейчас спрошу. Вы, конечно, меня извините, это не в моих правилах вмешиваться в чужую личную жизнь. Но вы ответьте мне на вопрос, свадьба будет или нет. Людям надо что-то думать. Скажите, пожалуйста, а на свадьбе невеста будет делать выкуп за жениха? Это почему? Потому что у меня такое ощущение, что Женя у вас в заложниках. Я сделаю вид, что я этого не слышала. Но я знаю, что мама это запомнила на всю жизнь. А скажите, Вика, вы любите детей? Не так, как вы, конечно, но люблю. Все понятно. Воспитание внука ляжет на мои хрупкие плечи.
Ну ничего, от Женьки осталось много детских вещей. А у нас, может быть, девочка будет. Так они девчачьи. Они мне достались от мамы. Я хочу узнать Женю получше, а вы все время говорите и говорите. Вы можете хоть минуточку помолчать? Да-да-да, я молчу, набрала в рот воды. Мама, набирайте. Женя, скажите, а сколько вы зарабатываете? Я получаю 8000. Ты отдаешь мне 7800? Куда ты остальные деньги деваешь? Ты начал покупать жвачки? Мама, залейте рот! Женя, скажите, а куда бы вы хотели отправиться в свадебное путешествие? Вы знаете, мне нравятся азиатские страны. Поэтому я бы хотел отправиться в Париж. Жаль, а мне нравится Таиланд. Таиланд исключено. Мама боится летать. Да вы можете помолчать. Все, я молчу. Рот на замок и ключ вам. Чтоб я еще хоть раз этим людям что-нибудь посоветовала. Свое время убила. Мама! Женя, скажите, кто, по вашему мнению, должен заниматься семейным бюджетом? Вы знаете, я думаю, что деньги должен зарабатывать мужчина, а тратить их должна, конечно же, мама Шлемазл. Все, мне это надоело! Вы должны определиться, Евгений, или я, или ваша мама. Спасибо, женщина! У нас много кандидатур, кроме вас. Ах так? Тогда, Жень, прощайте. Стойте! Стойте, Вика! Что? Вы? Да. Я хотел вам сказать. Говорите, Евгений. Я хотел вам сказать, ну? что вы мне. Что вы должны еще за семгу и за шампанское. Слухайте сюда, мамаша! Что? Сядьте! Теперь буду говорить я. Что вы меня хотите втюхать? Вот этого 30-летнего переростка, которого до сих пор кормите грудью? Вы думаете, у меня глаза на затылке, что я не вижу вашей семьи, это крашеная селедка, а шампанское это паленый шмурдяк с газировкой? Вам что-то не нравится на этой шикарной витрине? Так наши вам с кисточкой. Стойте, Вика! Женя, если ты не женишься на этой девочке, ты будешь полный идиот. Вика, что ж вы раньше не вскрылись? Потому что у меня тоже есть мама, и она меня тоже таки чему-то научила. Вы знаете, я уже хочу познакомиться со своей свахой любимой. Так что мы стоим, давайте знакомиться. Мама, вылезайте из-под стола. А я бы вылезла еще на плоской камбале, так я так и застряла. Зато я заштопала Жене в носочки. Ой. Здравствуйте. О, доброго дня, йо. Можно, да? Йо, йо. Ой. Зараз наповнюсь, поедем, йо. Ага, спасибо. А? Здрасте. Доброго дня, йо. Сідайте. Поїхали? Та ні. Мы третьего подождем. Мама, какого еще третьего? Ты что, за мной следишь? Не, я за тобой не слежу. Я за тобой присматриваю. Потому что ты без меня замуж не выйдешь никогда. Кстати, как тебе вот этот молодой человек? Работник канатной дороги? Ну и что, зато бесплатно катались бы. Молодой человек, а вы давно здесь работаете? 5 років шлях был трохи. Мы за 5 лет могли столько денег сэкономить за вам. А вы женаты, кстати. На жаль, курва ласка.
смотри. Он сожалеет. Я думаю, ты должна его поцеловать. Мам, ты вообще нормальная? Нормально. Скажіть, будь ласка, пане, а вам подобається ця молода гарна дівчина? Файна дівка, йо. О, видиш, смотри, ти йому нравишся. Але ви краля краща. Люблю моцних, йо. Извращенець. Мамочка, ми приїхали в Буковель, щоб Новий год встретить. Правильно, если бы ты меня слушала в Моршине, в Трусковце и в Схиднице, то мы сюда бы приехали встречать Новый год. А так мы приехали искать тебе мужа. Тот водитель такси мне тоже не понравился. Тебе никто не нравится. Тебе не нравится проводник в вагоне, попутчик в купе, экскурсовод тебе не нравится, водитель маршрутки тоже тебе не нравится. Мне не нравится, что ты предлагаешь мне всех подряд мужчин, которых мы встречаем на своем пути. Не всех подряд, а только тех, которые нравятся твоей маме. Смотри, вот какой прикольный бомж побежал. А вот если его отмыть, то... Мама! А, шучу, зачем нам бомж, когда у нас есть такой хороший работник канатной дороги? Хватит мне предлагать мужиков. Вика, я тебе предлагаю мужиков, потому что часики уже тик-тук, тик-тук. Успею, успею я еще выйти замуж. Она успеет, конечно. А я с внуками понянчиться успею? Ой, боже, боже, муки, муки. Придержите, пожалуйста, подъемник. Я. Конечно, конечно. Да, это парень. Спасибо. Ага. Ой. А вот теперь поехали. Господи, спасибо тебе, что ты наконец услышал мои молитвы. Мама, даже не вздумай. Я просто спрошу. Молодой человек, а вы сейчас случайно не песни Олега Винника слушаете? Нет, я классику слушаю. А, тогда вы знаете наверняка песню Винника «Волчита», это классика. Ну, слышал, а что? Ничего. А познакомиться с ней не хотите, а? А нет, спасибо. Ага, понятно. Но я тебя доконаю. А эту знаете? Колечко, колечко, кольцо. Женщина, что вы хотите от меня? Медведица ничего. А вот одинокая волчица. Мама, ты можешь просто спокойно ехать? Не могу. Скажите, пожалуйста, а вашей маме сваха не нужна? Отстаньте от меня, пожалуйста. Как вас зовут? Женя, а что? Очень приятно. А меня зовут Марина. Можно просто мама. Мама! Тихо. Отстань ты от человека. Вика, ты должна его поцеловать. Не хочу я целовать его! Я вообще его первый раз вижу! Если не ты это сделаешь, это сделаю я. Ты хочешь, чтобы он спрыгнул отсюда? Не-не-не. Значит, в таком случае его поцелуешь ты. Мама, пожалуйста, ну хватит. Я его не знаю. Вика, запомни, к тебе уже принц на белом коне никогда не прискачет. Бери этого ослика. На сноуборде. Мам. Вика, слушай, он же подходит под все твои требования. Во-первых, две руки, две ноги. Но если ты хочешь убедиться, что и там все нормально, я же могу заглянуть и туда, ты же меня знаешь. Мама! Может, вообще человек женат? Ну и шо? Когда я увидела твоего папашу, меня это не остановило. Ну, хочешь, я внизу постою, пока вы будете тут кататься, чтобы его жена тебя не накрыла, вот, понимаешь? Мама, перестань и вообще прекрати это все, все! О, ты говоришь, как твой папаша. Вот если я бы его слушала, тебя бы вообще на свете не было. Я не могу выйти замуж за человека, которого знаю всего 5 минут. Надо хотя бы познакомиться. Ага, я тебя услышала. Мама! Тебе полчаса хватит.
Женщина, вы что сделали? Это не я. Это судьба. Какая судьба? Тяжелая. А вы понимаете, что мы сейчас полдня здесь простоять можем? Ну и что? А что такое? Что такое? А, вы, наверное, проголодались. Не переживайте. И у кого окажется больший кусок этого каравая... Мама! Вика, ты с этого подъемника слезешь только в фате. Мама, в какой еще фате? Ну что ты такое выдумываешь постоянно? Подержите, Евгения. В этой прекрасной белоснежной свадебной фате. Мамочка! Доченька, как красиво, как ей идет. Женя, у вас два варианта. Либо стать моим любимым зятем, либо стать моим личным врагом. Так мне кажется, это одно и то же. Женечка, вы не переживайте, мама шутит. Когда у тебя нет внуков, тебе не до шуток. Ну что ж, давайте резать свадебный каравай, да? Ай! Что вы сделали? Ой, боже мой, извините, ради бога, боже, я сейчас перевяжу. Этим прекрасным свадебным рушником. Мама, что ты делаешь? Вика, давай бегом в руку. Два одиноких корабля, дрейфующих в огромном океане любви, наконец-то пришвартуются к какому-нибудь причалу. Мама, да перестань. Я не хочу жениться. Сколько тебе лет? 33. Прекрасный возраст. Умирать рано. Согласен? Вы что, мне угрожаете? Да я сейчас просто спрыгну отсюда. Здесь 5 метров. Максимум ногу сломаю. Не факт. Смотри, вон внизу видишь? Мужика с ружьем. Это ее папаша. Олег Петрович. Папа! Мама, что вы здесь, секретную операцию устроили? Устроили. И назвали ее для тех, кому за 30 или последний шанс. Ой. Олег Петрович, целься. Что это? Что делаете? Женечка, у тебя с этого подъемника два выхода, и в обоих случаях тебе нужен будет хороший добротный костюм. Мама, я не пойду за него замуж. Тем более он мне вообще не нравится. Началось! Одного уговорила, так другая начала кабиниться. Вы меня ничего не уговорили. Я тоже не хочу за нее. Он кожа до кости. Что? Это мне говорит дрыщ. Что? Это мне говорит гном. От гнома слышу. Слышишь, мышь серая. Слышишь, хорек драный. Какая любовь. Прям как мы с папой. И Костя, твоя бабушка так мечтала потанцевать на твоей свадьбе. Вчера опять звонила. Сказала, до сих пор мечтает. Ну, так может, я просто с бабушкой потанцую и все. Мариночка, так мне стрелять! Подожди! Он еще не отказался. Так он что, правда, в меня стрелять собрался? Конечно! У него одна единственная дочь. Ей 32 года, и она не замужем. Мама, хватит про возраст. Скажи спасибо, что я тебе и так 3 года скинула. А. Олег, целься! Стойте, стойте! Ладно, я
Согласен. Как знала. О, делай предложение. Уважаемая... Вика. Уважаемая Вика, вы вот... Такая, я вот спокоен, и как бы вот. Хорошо начал, да? Продолжай. Мариночка, так стрелять или нет? Да подожди! Я ж тебе сказала, давай по команде, давай! Ну, дети, что вы сидите? Поцелуйте друг друга. Поцелуйте. Я как-то стесняюсь при вас. Ой, господи, боже мой, сейчас ты стесняешься. А пройдет 5 лет, ты в нашей однушке будешь такое вытворять. Но! Ой. Я все равно не буду ее целовать. Нет, ты ее будешь целовать. Нет, я не буду. Знаете что? Насильно мил не будешь. Опять прыгать надумал? Нет. Олег Петрович, давай. Вау! Как красиво! Так это вы что, салютом стрелять собирались? Да. А ты весь сюрприз испоганил. Для вас старались. Мамулечка. Мамулечка моя, ты не расстраивайся. Я когда-нибудь, я выйду замуж. И у нас будет большая семья. Мы будем каждые новогодние праздники приезжать в Буковель, кататься на лыжах. У меня будет замечательный муж. И у нас будет 5 детей. Девочка, мальчик и девочка. А еще у нас будет собака, кошка и попугайчик. 5 детей. Мальчик, девочка, мальчик. Девочка, мальчик. Да. Собака, кошка и попугай. Да. И все это с мамой в однокомнатной квартире. Эх. Была не была.